Привет всем! Сегодня мы готовим свинину на пару. У меня свинина на косточке. Мясо обволакиваем хмели-сунели. Приправа. Солить не будем, так как она в составе хмели-сунели есть соль. Там же чеснок. Перчим по вкусу, кому как. Наливаем воду, литр, мультиварку. Ложим чашку, она вместе с мультиваркой продается, емкость. Все, задаем программу. Варка на пару. На 50 минут. Ну вот, прошло 50 минут, наше мясо готово. Свинину на пару. Всем удачи, подписывайтесь на Life TV. Всем пока.